Вот теперь пошел мощь. Ой, блин, я думал, я зашел. Честно. Я перепутал кнопку. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Пика, King of Fire, Гусуняк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Ура! Ребята, сегодня у нас очень классная и веселая серия «Аниматроники пугают охранника». И по многочисленным просьбам я буду играть за аниматроника. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, пообщаемся. Ребята, я буду сегодня очень сильно их пугать и обманывать. Одна дверь должна быть открыта, потому что если будет две двери закрыты, это будет нечестно. Короче, вы тут держите дверь, а я тут буду смотреть. У нас очень классные аниматроники. Смотрите, какие звуки они издают. Закрывайте, закрывайте. Ну, идет. Год кромы закроем. Ой, не видим. Ладно, пока не видим, не буду вставать. Проверю, насколько вы классно играете. Потихоньку буду их, ребята, сейчас обманывать. И смотрите, в течение минуты я их должен замочить. О, видите? Еще б чуть-чуть и не успели в дверь закрыть. Отлично! Отлично, аниматроник очень злой. Очень. Так, я на жопе не могу скользить? Не могу. Переключай камеру. Не надо, не надо. Ага, дверь закрыли. Так, идемте на ту сторону. Я вижу тебя, Дима. Ха-ха-ха! Есть! Да блин, еще б чуть-чуть! Еще б чуть-чуть! Да я поддался вам специально, чтобы вам легче было. Не меняйте камеру, так оставляйте. Чтобы мы видели. Так, я понял, надо, ребята, брать быстрее аниматроника, потому что эти аниматроники очень медленные. О, у нас есть вроде бы баллон боя. Во, Саня, он быстрее. Саня, ты можешь... Опа, закрывай! Ах ты, блин, еще чуть-чуть! Саня, ты можешь по камере смотреть. Ну, блин, да как? Вы успеваете, я не понимаю. Ха-ха-ха, блин! Слышь, о, молодец, молодец! Так, блин, стоять! Блин, блинский, стоять, я говорю тебе. Ты что, думаешь? Смотрите, он смог выжить. Ну. Слышишь? Доктор Брин, Саня, ты чего? Ты успел. Саня, иди на правую дверь. Саня, иди на правую дверь. Есть! Да вы меня бьете по башке, у меня уже отнялось больше 1000 жизней. Вы чего? Саня, беги. Саня, нет, иди на правую. Даже нет. Больше 10 000. Так, ребята, я должен их по-любому убить сейчас. Но как я и сказал, в течение минуты я их убью. Это уже случилось. Все, ты бил только одного. Я в безопасности. Двоих. А, он там. Смотри, сзади. Двоих когти, замочил. Когти показываются. Дима, я тебя вижу, там когти. Я ушел уже оттуда. Что? Что такое это? Вы слышите, где я? Подожди. Да блин, да я какую-то вонючую трубу ударился башкой. Так, Дима, ты там был, я тебя видел. Открывайте дверь. О, кстати, Саня, Саня, у нас план есть. Знаешь, а, не, подожди. Так, ребята, ну, мне это не нравится. Сейчас мы должны их на... Во! Открой твою дверь. Тяжелая... Нет, это прям читерски. Давайте что-нибудь помедленнее. Во! Это в... О! Отлично! Молодцы! Моя школа. Блин, очень классно детализированная пиццерия. Смотрите даже, как свет падает на аниматроников. Очень круто. Прям видно у марионетки такая детализация. Прям смотрите, как классно сделано. Так что лайкосик 100% с вас. Вы хорошо играете, мне нравится. А вы где-то учились, да, на охранников? Где-то школа есть? Да, так, то я свет отключу, мы свет не будем отключать. Верни. Да блин, еще б чуть-чуть. Так, это я медленно иду. Закрывай. Так, сейчас мы должны подловить их. Не закрывай, я вижу. А вы меня видите по камерам, да? Да, по камерам мы видим, да. Пусть один смотрит по камерам, а мы будем вот так дверь закрывать. У вас две двери закрыты, мы ж не договаривались. Да, закрывай. Да блин, ну как я промахиваюсь, марионетка, ты чего? Дима, я тебя видел. Хорошо. Сейчас я обману их. Смотрите, есть у меня одна тактика классная. Пацаны, впустите меня, пожалуйста, я добрый.
Вот сейчас я добрый, серьезно. Да, знаешь, что сделать? King of Fire, знаешь, что мы можем сделать? Открой эту дверь. Сейчас. Пусть это Саня делает. Саня, давай. Нет, давай, отойди. Давай, Саня, давай. Открывай. Так, стоять, кому я говорил, ах ты зараза, на, есть, а чего вы хотели добиться тем, что вы открыли дверь, что я вас не убью? Мы хотели убежать, но я хотел убежать. Так, кто это за аниматроник к вам бежит? Хорошо, успели, молодцы. О, чикай. Ой. А где я? Ой. Ой-ой-ой. Кто это у нас вышел? Ты чего? У тебя что, две жизни? Ага, стоять. Так, как же мне его поймать? Если я побегу в эту сторону, он побежит в ту сторону. Так. Так, блин, еще эти столы, мне неудобно ходить. Давай. Стреляй. Он там, на краю. Ты дурак, что ли? Да, блин, ты смотри, что делается. Так, отлично, я добегу, я быстрее его бегу. Да как вы успеваете, ребята, ну они меня дурят. Я их должен обманывать. Я знаю, тут можно выжить. Давайте какого-то возьмем вообще жесткого. О, давайте для прикола возьмем сейчас аниматроника. Я иду, пацаны. Саня, ты один. Ты че по мне стреляешь, а? Ах ты, зараза! Ой-ой-ой! Одни есть! А я сразу двоих убил! Нифига себе! Успел. А, мы видели так вот. Не открывайте. О, прикольно, на подкрадулях. Это ж волча... Ох ты, блин! Так дайте зайти. Успел. Все, я добрый, пацаны. Я не могу убивать, я добрый. Открывай. Я не могу убивать. Да, вы дверью убили свою. Смотрите, видите? Так он не убивает. О, батарейка села. Тупо села батарея. Так, все, помогите мне вынести. А у вас энергия кончается, пацаны. А, я знаю, что можем сделать. Так, выносим аниматроника. Эй, я тяжелый, не выноси меня. Да, я не могу реально убивать, когда я в этом режиме. Сейчас батарея осталась, а пару секунд батарея включится. Нет, не включится. Вот, есть! Ах ты, блин, успел двери закрыть. Так, насколько я знаю, тут кто-то ходит. Опять ты! Ай-яй-яй. Вика, ты чё? Ты что, энергию пополнил? Да. Ах ты, зараза! Ребята, они меня обманывают. Я буду сейчас орать на них. А мы на тебя. Так. Вот теперь... Пошел мощь. Ой, блин, я думал, я зашел. Честно. Да я перепутал кнопку. Вот не успели. Вот сейчас вы не успели. Очень быстрее этот аниматроник. Так что, ребята, у них никаких шансов нет. Кстати, с чего мне всего 1000 жизней осталось? Где мои 9000 жизней? Черт возьми. Так, все, я опять добрый. Я еще какие-то звуки издаю. Вот такой звук, да, смотрите. Все, батарейка опять села. Они какие-то старые, у них батарейка быстро садится. Помоги выносить аниматроника. Да куда вы меня выносите? Я свой. На мусорку. Подожди. Тебя. А, нет. На мусорку аниматроника хотят вытащить? Да, ты плохой. Есть, батарейка заработала. Отойди. А вы заразы. Как тут? Надо. О, пацаны, выходите ко мне. О, ты опять энергию пополнил, хорошо. Не, я не пополнил, я понял, как пополнять. Я понял. Ну да, надо выключить и включить. Я внутри! Я внутри! Гусенек, выходи, быстро отсюда выходи. Все, вышел. Все, пацаны, это теперь моя пиццерия и мой офис. Так, пацаны, что вы там ходите? Знаете, почему я здесь стою? Выкуривайте его. Вы что, энергию не включили? У вас должна энергия тратиться. Я включил, так его зарядил, Дима. Ага, тратится энергия. Сейчас вам посажу всю энергию и убью вас. Я знаю, что можно сделать. А вы меня не убьете так. О, давай, перди.
Это вам не поможет, пацаны. Потому что я лучший аниматроник. Ты что тут делаешь? Ты что делаешь тут? Блин, напердели, навоняли. Ай, жизни мало. Так, где, вот один есть. Так, давайте посмотрим. Опять войну мне объявили. Че, энергия тратится, пацаны? Чего? Да, тратится. Отлично. Так, ребята, сейчас мы уже берем очень сложного аниматроника, которого уже им тяжело будет контрить. Кого там контрить? А все, пацаны, вы все умрете. Такого взял. Опять пика ты сюда идешь? А, он Чику взял. Слышите меня? Такая тишина, все слушают, где же я хожу? Давайте, сможете энергию пополнить или нет? Я берем вот это. Саня, бери. Дима, я же тебя слышу. Ты, вот около меня ты дурак, что ли, опять сюда пришел? Ну как зарядить энергию? А я сейчас знаю. Давай, поймай меня. Опа! Не получилось. Ты задрал! Но ты не выйдешь отсюда живым. Ничего страшного. Ты задрал меня вы. Да ты что тут делаешь? Да тебя видно, огурец ты вонючий. Ого! А, вы хотите повоевать? Давайте повоюем. Давайте. Давай, давай, Дима, давай. Я иду. Отлично. Ого, вы мне жизни выносите, но это не работает так. Вы задрали, а? А я знаю, как можно тебя убить. А как ты меня убьешь? Ты меня не убьешь. Все, я здесь буду сидеть, пацаны. Чтобы они ко мне не, меня не трогали. Все, я зашкерился. Ах ты пердло вонючая газовая. Да. Интересно. Вот это они меня гасят. О, я в подвал иду. Да, вы там закидали. Да. Все, ребятушки, я в подвал, спускаюсь. Так, приготовиться. Сейчас будет абордаж на подвал. Какой подвал, абордажевич? Стой, сейчас закончится. Сразу видно, очень умные люди со мной играют. Блин, текстуры вообще на высшем левеле сделаны. Вы хотите со мной пошутить? Шутки? Я ничего не понимаю. Да, вы понимаете, что со мной шутки очень плохи? Ну что ты делаешь? Зачем? Давай. Ты инвалид. Да. Согласен с тобой. Полностью. Нет, он бомбу активирует. А я бомбы не активирую, я их просто тут слажу, я тут склад у вас бомб. А кто вам бомбу тут слажит, я ничего не понимаю. Он сам внизу, в подвале. Ой. Ну что, вы будете по мне стрелять теперь? Не кидайте. Кидай! Вы сами взорвали себя! Вы сами в себя взорвали! А чего такие умные? Это жесть просто. Ребята, последняя схватка. Аниматроники против охранников. Посмотрим, кто выиграет. У вас есть 2 минуты, чтобы меня уничтожить. Да не закидывайте, мы просто сверху время. А если я поставлю опять мощную ядерную бомбу, если вы будете стрелять, она взорвется. Вот сейчас мы посмотрим, как вы будете защищаться или нападать на меня, если у вас тут будет лежать бомба ядерная. Нет, я думаю, нет. Нет, он работает, кстати. Он убьет. А я знаю, чем он бомбу забыл. Давайте, стреляйте по мне, я вас жду. Ах ты, тварь, пригвоздила меня. Да что ты, не кидай. Ну, бомба. Я пригвоздил его, все же не кидает больше. Они не могут тебе до двери подойти, я их не пускаю просто. Да ты, тварь, я ж только... А! Меня колбасит! Есть! Вы бомбу взорвали опять! Есть, ребята, не прошло 2 минуты, поэтому аниматроники победили. Победили! Наконец-то тот ролик, когда я выиграл всех охранников. Ура! Чисто. У тебя хорошее везение. Какое везение? Просто вы сегодня играли очень я неправильно. Вот так вы, значит, да, со мной заговорили. Хорошо. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Где взрыв? Всем пока.